надо его надо выставить, он просто такой же поехал, это обратно. Не надо. Алло. Серега. Добрый вечер. Приветствую. Как у вас дела? Нормально, в Днепропетровске. И как? И как вам это удалось? Что имеется в виду? Да, губернатор, круто. За что удалось? Я сказал, и сразу все случилось. А кто может лучше меня быть? Да, я думаю, никто. Ну так вот они и поняли, что никто лучше меня не может быть. Нет, ну так это объективно. Да. Что ты сдал имущество этим? Иванович. На время. Отчасти. Но я понял. Там остался. Я понял. Да. Там Кривой был в Женеве, хотел свериться. Когда ему можно к вам куда? Смотри, если он сюда может ехать, я могу проверить, в принципе, все. В Днепр. Я думаю, не совсем он может ехать в Днепр. Как вы думаете? Проверить? Я могу проверить. Возможности не ограничены. Да я понимаю. Да. А вы не хотите нам. А вы не можете нам помочь вашими возможностями? Как ты ему все скажи, и я ему все расскажу тоже. Да, я просто здесь буду, а там у меня у дочки день рождения, там, может, перееду там на пару дней туда, но это через неделю будет. А вы неделю будете в Днепре, да? Да, да, до конца недели буду в Днепре. Так, а гипотетически мы можем обсудить модель, которая вы бы нам помогли чем-то в этой ситуации? Ну, конечно. Я тебе могу даже предложить завтра там подъехать во второй половине дня в офис. Кривому, к вам? Ну, не... В Москве в офис переговорить, если что-то. А так я могу проверить завтра, я скажу, что проверили там Кривого. И... А можно я тогда подъеду туда, и мы переговорим по телефону мы с вами? Да. А потом тогда договоримся, поедет он или нет. Ну да, в зависимости от того, к чему мы придем. Хорошо, а во сколько мне завтра быть там? Давай я тебя наберу где-то в районе 14:00 по Украине. Угу. И скажу, когда подъехать. Угу. Но завтра переговорим точно, да? Да. Ну что там, у вас там, где ты шизанулись, эти придурки? В смысле? Чего они так действуют? Угу. Я чувствую, что они будут действовать активнее еще, что они только начинают. Ага. Не боятся? Судя по тому, что я слышу вокруг. Угу. Не боятся? Да, ну, не знаю, и чувствую, что они боятся. Угу. Ну, мало. Я думаю, что они настроены на длинный такой процесс. Я думаю, что они не ждут какого-то быстрого эффекта, но то, что я чувствую, настроены на такую длинную игру. Угу. Ясно. Но я не понимаю, кто у них за это отвечает и какой сценарий. То есть все достаточно засекречено. Угу. Ясно. А что по нам на Украине? Ну, пока не до вас просто. Но чем больше будет эскалация, тем больше, вот ты же понимаешь, что злобу будут срывать на вас. Ну, я рассчитываю, что вы нам поможете в этом. Это да. Ну, ты же понимаешь, что когда... Это еще полкрови не пролилась. А если прольется, то будут... Надо, может, вам подключаться, чтобы они отъебали. А семейка семейка сошла с ума окончательно, да, там? Да, ну, они неадекватные, но это же очевидно. Неадекватные, да? Я чувствую полную неадекватность. Ну там они все вместе, и сыновья тоже шизанутые. Я с ними не общаюсь, зачем мне с ними общаться? Ну правильно, а с этими, Геннадичи? Ну, Они там, да? Ну да, в Москве. Не, я имею в виду, с семейкой, или они тоже от них начали отвинчивать?
Ну, то, что у них сейчас, не знаю детально, но то, что у них сейчас непонимание, тогда точно. Ясно. То, что мы и предполагали. То, что у них сейчас непонимание, и то, что никто не ожидал такого поведения семейки, это факт, но они в шоке. А наш дружок по кличке Тезка, со Львовской. Чей Тезка? Ну, чей-то Тезка, кронпринцевский Тезка. Который со Львовской? Да. Вики? Да. Ну, он в Москве, понятное дело, где ему еще быть. Ну, ты видел его? Видел, конечно. Нормально, или он тоже там? Не, он отдельно. Чего ему там быть? То есть товарищ в адеквате? Со Львовской? Да. Ну, со Львовской в адеквате, ну, конечно, чего быть не в адеквате. Ну, хорошо, Серега, давай завтра тогда созвонимся. Хорошо, вам завтра. Да, да. Да. Thank you.